Читаємо газети. Різні, цікаві. Я на дивані. А я вранці під каву. Новини, політика, програми «Комплект». Супертижневик. Восточний проект. Читайте у свіжому номері. Что краматорчан ожидает в декабре? Повышение соцвыплат, новое Рождество и настоящая зима. ЖЭКам запретили посыпку улиц золой. В городе в достаточном количестве заготовили песок и пескосолевую смесь для зимней посыпки улиц. Врачебная тайна. Идя к врачу, мы редко задумываемся о том, кто имеет доступ к информации о нашем здоровье, что такое врачебная тайна и для кого она является тайной. Жильцы разрушающегося дома не могут найти общий язык. Дом по адресу Ярослава Мудрого, 61, как говорится, трещит по швам. И не только. Найти работу возможно, хоть и непросто. Трудоустройство в Краматорске является достаточно непростым процессом. Воспитанники Лиги школьного футбола мечтают играть в «Авангарде» и «Шахтере». Цель создания Лиги школьного футбола – привлечение как можно большего количества маленьких краматорчан к спорту. Тренды корпоративов, профессиональное шоу, безалкогольные вечеринки и конкурсы в соцсетях. Більше інформації та фото на сайті vp.donetsk.ua. Регіональний щотижневик «Восточний проект». Більше, ніж газета.